Марина Николаевна, педагоги, учителя, администрация школы, родители, дети. Праздник, конечно, большой. Дата очень серьезная. И коль скоро у нас сегодня тематика морская, то, как сказала Юлия Степановна, и очень правильно сказала, ни один корабль не может быть, во-первых, построен, во-вторых, спущен на воду и продолжать плавание без капитана и команды. И от того, как слаженно и эффективно эта команда вместе со своим капитаном работает, невзирая на погоду, невзирая на времена года, невзирая на выходные, праздничные дни или рабочие, зависит будущее этого корабля. У вашего корабля будущее есть. И очень прекрасная история, благодаря капитанам и команде. Всем я вас и поздравляю. Я, конечно, у вас много достойных свершений, которыми по праву гордится не только ваш лицей, но и город Железногорск, и не только в городе, не только в нашем Соловьином крае, не только в Российской Федерации, но и далеко за пределами. Вы большие молодцы. Спасибо за труд, прежде всего, ветеранам, учителям и администрации школы. Спасибо родителям за то, что вместе с администрацией работаете. Спасибо нашему городообразующему предприятию, среднему, малому бизнесу, другим крупным предприятиям города за то, что мы все вместе делаем каждый день что-то для того, чтобы у нас было в городе и в образовании что-то лучшее, что-то полезное, что-то новое.